Намаза Вилькам, ФШМ 91. Рассказывай про сегодняшнюю игру. Настрой был боевой, настраивались. Можно сказать, больше недели. Хотели взять реванш. В первом кругу проиграли за своих ошибок. В этом матче все молодцы, боролись до конца, бились как бойцы. Нету слов. Молодцы все. Особенно, наверное, ваш вратарь, просто звездочка вашей команды. Швец, Робик, Антон, центр, от вратаря до переди, молодцы. Все молодцы. Все молодцы. Да. Есть какие-то моменты, которые недореализовали, не дотянули? Можно сказать, тяжело держался мяч. Я не знаю, может, не выспались. Или не полный состав у нас. Нету пару-трех игроков. Может, как-то, чуть-чуть нет насыгранности. А так все, в принципе, отлично. Выиграли, самое главное. Нужна была очень сильная победа. Мы выиграли, слава Аллаху. Скажи также, кого выйдешь из команды соперника? Ну, конечно, Паша у них. Красава, молодец. Ну, остальные все тоже молодцы. Бились, тоже боролись. Старались, видно было. Хотели выиграть. Но, тем не менее, вы победили и получили 3 очка в вашу копилку. Да, спасибо. По судейству пару слов. Карен, сегодня чуть-чуть подсуживал нам, конечно. Травил нас. А так, в принципе, отлично. С победой вам удачи. Спасибо большое.